Ребят, всем привет! Сегодня на канале Хижина Музыканта появилась новая рубрика под названием «Новости в Хижине Музыканта», где буду делиться своими целями, обсуждать с вами планы и делиться с будущими проектами. Ребят, сегодня будет большой выпуск, потому что мы достигли отметки 100 тысяч подписчиков, и это привело к большим переменам. Поехали! Вот тот самый дневничок, который я вам показывал 31 декабря или 1 января, кажется, где я записываю свои цели, мечты, что достиг, ставлю галочку, если достиг, если не достиг, ставлю минус там и пытаюсь достичь, что нужно сделать и так далее. Вы видите, уже здесь каждый день он редактируется, дополняется, и здесь уже много чего понаписано. И здесь даже я построил свою шкалу совершенствования, которая будет длиться на протяжении всей жизни. Ну, с корректировками, конечно, но вот в один день сел и определил четко для себя свои планы, что мне нужно по жизни, что я хочу, смысл какой и так далее. Ну и, конечно же, ребята, одна из самых главных целей всех этих лет – это цель 100 тысяч подписчиков. И мы его достигли, ребята, достигли! Блин, круто! Это такое ощущение. Трепет нереальный. Спасибо вам. Спасибо, ребята, что смотрите меня, что развиваетесь вместе со мной. Мы лучшие. Сегодня хотел бы расставить точки над «и». Спрашивают, зачем у тебя, Раиль, два канала? Друзья, отвечаю. Было огромное желание создать уютную хижину музыканта, чтобы каждый начинающий музыкант или даже любитель смог найти приют и ответы на свои волнующие вопросы. Потому что очень легко заблудиться в мире музыкальных непоняток и бросить освоение того или иного инструмента. Но хижина музыканта вам не даст. Она вас гостеприимно примет, даже несмотря на то, что хижина уже не может вместить 100 тысяч подписчиков, поэтому нужно строить замок, как сказал один подписчик. Но суть остается сутью, и пусть канал хижина музыканта будет самым добрым и гостеприимным местом в интернете и на ютубе. Добро пожаловать в хижину музыканта. Ну, конечно же, хижина музыканта просто так не появилась. До нее аж целых 5 лет был мой основной канал, один-единственный, который сейчас называется «Жизнь музыканта-Раиль Арсланов». На нем только 35 тысяч подписчиков, но вот с него все и началось в 2010 году. Туда я начал впервые заливать ролики, и там очень-очень много роликов, больше 300. На разную тематику, но все связано с музыкой. И там я сейчас веду блоги, ребята, снимая то, как я выступил там, как мы готовились к репетиции, как я учу песню, как я развиваюсь, становлюсь сильнее, как я качаюсь, как просто личностно развиваюсь. Поэтому и канал называется «Жизнь музыканта». Музыкант развивается, музыкант становится лучше. И я хочу вам это все показать. Я хочу с вами поделиться всем этим. Поэтому, друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал «Жизнь музыканта». На нем будут выходить всякого рода интересные бэкстейджи, репетиции, дорога, путь, развитие. Все это вы там сможете найти. То, как мы репетируем, как мы куда-то ездим, как мы проводим фестивали красок, как мы вообще развиваемся. А здесь на канале «Хижина» уже готовый продукт разбора песен, обучение игре на гитаре, каверы и так далее. Вот четко разграничили. Он больше как мой личный канал, где я могу поделиться всем, чем занимаюсь. Также на нем выходят мои авторские песни. Если вам интересно, все мои написанные за все это время песни там находятся. Открывайте, слушайте все песни, а то ищите, где, Раиль, еще какие-либо песни, которые ты писал. Все там, все абсолютно там. 2010-й. 11, 12, 13, 14, 15 года. Все ролики с этих лет там находятся. Переходите. Следующая новость. Это мы сделали эмблему для хижины музыканта. Официальный логотип, наконец-таки. С Маратом Якуповым я посотрудничал. И мы сделали прикольный, такой приятный, яркий логотип хижины музыканта. Если он вам нравится, ставьте лайк. Сейчас вы его прямо можете увидеть внизу, а также в уголке этого видео. Сейчас работаем над созданием эмблемы льва. Это уже будет моим личным логотипом артиста Арслан Льва. Но это уже чуть сложнее. Готовлю очень-очень свежие, топовые, хитовые песни. Мияги и Эндшпиль готовлю. Хочу вас удивить просто. Каждый любит же. Девчонки любят. Хочу вас удивить. Там столько текста. Блин,
поэма целая, учишь. Это даже сложнее. Рэпчик всегда сложнее было учить под гитару. Но это будет круто, ребята, готовьтесь. Ребята, еще хочу вас попросить, чтобы вы в комментариях теперь написали новые пожелания по поводу развития канала Хижина Музыканта. Давайте его развивать вместе. Мы же большая, огромная семья. У нас есть огромная хата Хижина Музыканта, которая скоро превратится в огромный замок, потому что, как уже сказал, она не вмещает 100 тысяч человек. Помещение нужно побольше. Давайте улучшать этот канал вместе. Пишите. Вчера ходил на запись своего нового трека. Ну, трек не новый, 2015 года, ненормальный называется, но студийной записи еще не было. Сотрудничаю с группой Добро, и этот трек я записываю у них на студии. Я думаю, вот такой вот трек получится. Скачать его сможете очень-очень скоро. И, ребята, в конце хочу поговорить на одну очень важную тему, которая меня сейчас волнует. Хочу начать выпуск атрибутики на канале Хижина Музыканта. Канал оформился уже, вид есть, и некоторые люди просят именные футболочки сделать. Вот поэтому вот такой вот опрос хотел сделать. Хотите ли вы получить именную футболку с логотипом Хижина Музыканта в очень хорошем качестве, из хорошего материала, чтобы эта футболка мотивировала вас все время заниматься, и наша большая семья Хижина Музыканта всегда была с вами рядом. Вот, пишите в комментариях, да, хотим именную продукцию от Хижины Музыканта. И дальше в будущем планы по выпуску чехлов для гитары. Очень-очень качественных, потому что, ребята, я реально устал от этих ремней на чехле моей гитары, которые все время рвутся. Несмотря на то, что она теплая, качество ремня плохое. Поэтому я хочу сделать нормальные чехлы, у которых будут хорошие ремни, которые будут держать вес гитары хорошо и не будут рваться в неподходящий момент. Если порвется чехол, то он же упадет, гитара упадет, и она может разбиться. А это очень жалко, и это опасно. Инструмент нужно беречь, ребята. Поэтому думаю найти швею и уже начать изготовление собственных чехлов для гитары, чтобы вы, друзья, могли тоже иметь такой чехол. Как вам такая идея? Пишите в комментариях, нравится ли эта идея и стоит ли ее развивать. И самый главный вопрос, будете ли вы покупать именные товары от Хижина Музыканта. Футболочку, чехол, а дальше посмотрим. Давайте коллаборацию сделаем, что к чему, и придем к консенсусу, потому что многие хотят уже именную атрибутику от канала Хижина Музыканта. Я сам хочу уже начать выпуск таких товаров хорошего качества, которые будут мотивироваться заниматься музыкой везде. Частенько мотивация пропадает, не хочется или не получается, но дух семьи, дух Хижины Музыканта будет всегда вас поддерживать. Вот такие вот, друзья, новости. Очень это очень важно, поэтому давайте пообсуждаем эту тему. Не забывайте подписываться на канал Хижина Музыканта. Ну а я с вами пока что прощаюсь. До скорых встреч. Пока.